Всем привет! Вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий. Мы сегодня продолжаем играть в Forest. Вторая часть у нас начинается все с каких-то грустных лагов, но ладно. В предыдущей серии мы построили вон тот шалаш, и больше ничего мы не сделали. Нас украли аборигены, мы побывали в пещере, мы нашли нескольких жителей, нескольких этих, как их называют... пассажиров нашего самолета, на котором мы летели, разбились. Вот здесь вот мы можем спуститься в пещеру. Но мы туда не пойдем, потому что у нас нету ничего. Хотя я прочитал, посмотрел, что в этой игре нужно проходить ее быстро, короче. Нужно быстро проходить игру для того, чтобы было, так сказать, несложно. Чем быстрее ты пройдешь, тем легче будет тебе в нее играть. Потому что со временем... Короче, чем дольше ты в нее играешь, тем сложнее она становится. Сохранение у нас было. В принципе, нам что делать нужно? Нам нужно собрать. Нам нужно что сделать? Нам нужно костер. Костер сделать. Костер. И я думаю, что... Все-таки нам нужно в пещеру идти. А, это погремушка играет, гремит. Нам нужно что? Нам нужно держатель для палок, держатель для дров, держатель для камней, грядка, водосборник. Нам это все не нужно, мы не успеем все это сделать, потому что у нас столько времени нет. Мы должны быстро все это сделать. Мы должны просто... поставьте защиту, найдите пропавших пассажиров самолета, найдите Тимми, разбейте лагерь. Разбил лагерь. Угу. Лодки, постройки, хранилище, пища. А оружие есть здесь? Давай как-нибудь сделаем оружие. Здесь можно как-то топор с камнем скрещивать, и чтобы было все хорошо. О, динамит есть. Динамит, лак для волос. Отлично работает с зажигалкой. Зажигалка у нас есть. Маленькая порция мяса. Есть зажигалка. Блин, а можно ее как-нибудь скрестить? Угу. А он заканчивается, да, наверное, этот лак для волос, потому что, ну, логично. Календула, цикорий, список пассажиров. Что у нас в списке пассажиров? Ни хрена себе, 8 из 43 мы нашли. Это много у нас еще не найденных. Зубы, батарейки. Фонарика у нас нету. Рыба съедобная, сырая. Здоровья у нас мало. Повязку можно, наверное, какую-нибудь сделать там. Цикорий с календулой можно как-нибудь объединить это все, нет? Зачем ты ее сожрал-то, дурак? Ладно, мы ничего не знаем, как делать, потому что мы пока... так сказать, не умею в нее играть, в эту игрушку. Пойдем в пещеру. В пень просто. Чё мы ходим тут вокруг да около? Где здесь пещера? Пойдем в пещеру искать ребенка своего. Все. Время настало. Нечего ждать. Как некрасиво получается у меня тут. Ну ладно. Чё мудрить, да, чё ждать? Какая разница? Все равно ничего не изменится особо за время, которое мы будем тут ходить. Не видно ничего вообще. 48 монет подобрал. Так. Ну, доставай лампочку свою. Камушки. Привет, пассажир. Еще одного пассажира мы нашли. Черепушка. Угу. Ну. Открывайся. Так, ничего здесь полезного нет. Так, тут тоже ничего особо как такого упали. Опа. А, у меня есть один, он больше не может нести, я понял. Ну, ёшкин ты кот. Обидно. Ладно, пойдем. Больше нельзя нести выпивку. Это что такое? Лекарство. А, лекарство есть. Слушай, давай лекарство махнем, потому что хуже не будет.
Во, восстанавливаться пошло, а мы можем еще одну взять. Карта пещеры собрана. Она будет рисоваться или что? Да, я так понял, она будет рисоваться, потому что мы внизу, вот. И вся... Компас собран. Классно, что теперь могу сказать. Желос год печу... Непонятно. Свечки здесь горят. Это очень странно, потому что здесь никого, по сути, не должно быть. Но, я так понимаю, здесь аборигены очень развитые существа, и они подожгли здесь свечки. Попал, залей, чё ж теперь? У нас вариантов-то особо нет. Опа, еще ниже. Куда ж ниже-то? Я и так спустился. Вниз-то можно было посмотреть как-нибудь, потому что я не люблю, когда я не вижу, что там происходит внизу. Да что такое, сядь. Не видно ни черта вообще. Если ты не видишь на Ютубе, то я вот точно так же вижу, поверь. Меня видно из-за этой зажигалки очень сильно, да? Но я ничего не могу сделать, потому что без зажигалки не видно вообще. Если я какого-нибудь аборигена сейчас встречу, я умру сразу, и все, и мы начнем с сохранения. Так, давай посмотрим карту. Класс. Если на самом деле карта это вся пещера, ну такая огромная, то... Ты чё плачешь? Так, подожди. Ну, наверное, это был не самый лучший вариант. Наверное, можно было бы с ним и поговорить. Ну, видать. Чего? Ни хрена не вижу, честно. Что это у нас такое? Дверь? Можно туда? Кто-то идет. Подчеркай, пожалуйста, чтобы я хоть что-то видел. Кто-то прям вот тут. Тут прям вот здесь. Вот там костер, что ли, горит? Открыть новое животное. Какое новое животное? Где животное-то хоть? А, летучие мыши, привет. Чего там такое? Не дури. Мы не пошли в ту деревяшку, потому что тут звуки какие-то интересные. Ну, по крайней мере, не интересные, а страшные. И нам нужно сюда прийти, я так понимаю, потому что это к чему-то приведет. Хочется есть, найдите что-нибудь съедобное. На шоколадку пойдем. Если бы я что-то видел, было бы вообще... Кто-то кряхтит, а кто, непонятно вообще. О! Я вижу чудика какого-то. Который там есть, который там стоит и смотрит. Тихо. Это я так хожу? Это я так хожу. Или нет? Но вон там товарищ стоит, это точно. И не один. Их там двое. Погоди, давай что-нибудь в инвентаре найдем. Например, динамит. И кинем им. Вот так, наверное, это будет правильно сделать. Подожди, теперь вот так. Иди-ка сюда. Где ты там плачешь? Где ты там плачешь? Блин, мне бесит вот эта вот шевелюра моя. Мне страшно к ним идти, потому что они меня укусят сейчас и все. Я не вижу уж ничего. Если бы я хоть что-нибудь видел.
чего? Что такое-то? А, это я толкаюсь. Еще глубже. Куда же глубже-то? Я не понимаю, куда он глубже спускается. Я просто думаю, что мы... Я думаю, что мы в этой серии хотя бы до какого-то логического этого, как сказать, пунктика дойдем. Потому что я боюсь, что я так и буду толк... Куда он спускается-то? В самую жопу, по-моему. Боюсь, что на месте топтаться буду. Смысла нет никакого такого проходить. Да давай не гасни, зажигалка. Хорошо, хоть не газ особо не заканчивается. Ну, по крайней мере, пока он не закончился, а она горит достаточно долго. Угу. Да что такое-то? Хватит писать мне. Опа! Палки собраны, палки, тряпки обмотать и гореть. Угу. Палка-тряпка. Конечно, да, именно это я и хотел сделать. Угу. Чего? Палок я набрал. Давай мы сделаем еще один факел. Ремонтный инструмент, рогатка и горящее оружие. Ладно. Не будем заморачиваться. А что, у меня только одно можно иметь? Улучшенная палка. Улучшенная на чем? Я хочу, чтобы она... горело. Нельзя, чтобы она горела. Маслица какого-нибудь. Блин, я вообще не понимаю, как это работает. Монетки, компас. Улучшенная палка. А поджечь ее нельзя, эту улучшенную палку? Подожди. Выбрать улучшенную палку. А, можно, смотри-ка. Во! Вот это я понимаю, вот это светло. Вот это уже лучше. Пойдем. Вот это меня радует. Как долго она гореть, интересно будет. И можно ли сделать еще одну, чтобы она у меня лежала там про запас? Почему нельзя-то? Почему? Что за несправедливость? Идите его колотите. Смотри, сколько всего полезного. Только мне брать это никуда. Зато тряпки есть куда складывать. Ух, динамита сколько. Стрелы. Не капай, пожалуйста. Ох. Чё это такое? Не знаю, зачем я это взял. Это зачем взял, тоже не понимаю. Кисточку он нашел, охренеть, показывает. Говорит, знаю, как кисточка выглядит. Чего? Я набрал всякой хреноты. Кучу просто. А зачем я ее набрал, непонятно. Можно выпить вот это вот, съесть вот это вот. И жить себе спокойно дальше. Еще немного времени. Пить нельзя уже брать. Есть, есть тут нету ничего. Топор. Современный топор, хочу заметить. Он не старый какой-то, он современный. Че это такое? Это файер, что ли? Сигнальный огонь. Да, это файер. Слушай, не гасни огонек. Что такое-то? Печатная плата. Что это за коробки такие, которые не бьются? Да прям вот на уши давит. Это пик... Капалки, капалки. Пик-пик-пик-пик-пик-пик. Это ужасный звук, прям противный. Таблетки нам складывать некуда. Ничего нам складывать некуда. Пойдем. Этот закуток был только для того, чтобы мы поняли, что здесь можно что-то было найти. Все-таки. Бесит меня. Вот.
Пойдем. Пойдем дальше. Искать приключения на свою задницу. Мы же спустились вниз зачем-то. Значит, нужно сюда. А, это вниз надо было спуститься только для этого. Нифига себе. Пойдем наверх тогда. Теперь у нас есть фонарь, и мы все видим. Ну, не фонарь, а вот эта вот хренота, которая светится. Светится достаточно ярко, хочу заметить. Как же высоко. И это мы одной рукой так перебираемся. Смотри, как ловко. Сильный мужик. Чего? Опять показалось. Блин, да что ж такое-то? Так, мужики. У меня есть лампочка. Я повелитель... Чего? Я повелитель огня. Ну-ка, брысь, пошли все. Я самый опасный в этом... На этой планете, на этом... Так сказать. На этом побережье. Так, ручки, ножки. Туловка. Чего? А, муха летает какая-то. Туловка лежит. Мертвая, обгоревшая. Запчасти от людей. По карте-то мы далеко вообще? О-о-о. Далеко. Вообще, по-моему, не идем. С места не сдвигаемся. Камень. Камешек. Пойдем в эту сторону. А можно это поджечь? Нельзя. Как жаль. Ничего не вижу. Мне же сигнальный огонь для этого и дали, чтобы я кидал куда-нибудь и видел. Но, знаешь, сигнальные огни тратить на такую ерунду. Это... Свечка не гаснет. Мне с двумя источниками света гораздо комфортнее идти. Так, тупик. Опа. Не тупик, смотри-ка, я... Выйти могу, только зачем я отсюда вышел? Чуть не обосрался. Так, ладно. Это мы зря вышли. Мы не будем выходить на улицу. Сейчас опасно. Ночь на улице. Это летучие мыши. Это они с ума меня сведут. Страшные звери. Страшные звери, я тебе говорю. Мы сюда пришли зря. Ну как зря? Мы же пришли. Мы теперь знаем, где здесь выход. Еще один. Правильно? Правильно. Получается, вот выход, вот выход. И это нам идти вон в ту сторонку. Сейчас налево. Блин, да что ж ты гаснешь постоянно? Оставляет его в третьей руке, да и все. В чем проблема-то? О! Я ж тебя сломал. Может, здесь заново все спавнится, и там чуваки эти, которые бегали, тоже сейчас заспавнится, и будет не очень красиво. И камешек, вот он. Противный звук. Еще выход. Да? Да, это... Нет, стой, это не выход. Это ж не улица. Ты опять погас. Сколько можно? О, сгорело. А, так, так. Беру. Горит. Жалко, что не показывается индикатор. Чё орёшь-то? Классный огонь, да, горит? В сторону. Мне тоже нравится. Не нравится мне вот этот фоновый шум, потому что из-за него я могу не слышать чего-то важного. Например, как ко мне подходит какой-нибудь страшный монстр. Чё такое-то? Почему она сгорать так стала быстро?
Я все понимаю, но... Подожди. Я... По-моему, ко мне кто-то бежит. Или у меня опять паранойя. Ну, потому что они бегают, как будто звук, как будто бы кто-то бежит по воде. Или кто-то чем-то машет. Ну, правда же. Ну, правда, вот он, звук. Только что это за звук? И откуда он идет? Прям откуда тут отсюда? Подожди, мне почему-то начала палка сгорать. Только в путь. Подожди, что это за звук странный? Ты же тоже его слышишь? Я думаю, что не я один такой дурак. Может, это снизу он там где-то? Да нет, это вот тут вот прям где-то. Вот тут вот. Вот. Ладно, видать, это просто, может, баг какой, лаг, я не знаю. Но он пугает. Он пугает, очень страшно. Блин, страшно. Напрягает, по крайней мере. А, кассета собрана. Ну, это хорошо. Выпивка мне не нужна, мне уже некуда ее девать. Там у нас что? Там у нас ни хрена. В принципе, всю эту серию мы ходили просто по вот этому, как это сказать, по пещере и пытались что-нибудь найти. И в итоге мы нашли, а нашли мы ничего. Пойдем вниз. Не, под водой вообще ничего не видно. И под водой вообще ничего не видно. Вообще ничего не видно. Кошмар. Все, в принципе, на этом надо заканчивать, потому что я здесь ничего не нашел. Здесь никакого выхода, никакого входа. Ничего как такового конкретного нет. Здесь есть только вот зубы, висящие на потолке. И ничего больше. Все. Мы в этом, так сказать, в логическом тупике. Здесь нет выхода. Здесь нет входа. Хотя, возможно, где-то там есть... Вот тут вот как раз-таки есть вход. Возможно. Возможно, туда нужно бросить динамит и зайти, потому что этот тупик выглядит очень нелогично, потому что здесь нет ничего вообще. А на этом... Можно тут? Тут нельзя сохраняться, поэтому на этом не заканчиваем. Мы пойдем искать место, где можно сохраниться. Пойдем. Давай, загорись. Вот это вот тряпка достаточно долго горит. А предыдущие сгорали как здрасте просто. Куда? Куда идти-то? Опять. Опять сейчас погаснет все. Загорайся. Ты, наверное, вообще ничего не видишь, да? Ты просто смотришь и ждешь, пока я найду хоть что-нибудь интересное. А я ничего не нахожу. Да отстаньте от меня, чего вы мне уведомлениями своими забрасываете? Пойдем выходить из этого места страшного. Возможно, на улице уже день, потому что, ну, блин, сколько ж можно... Да нет, ни хрена не день, смотри-ка. На улице как раз-таки ночь. Опять они начинают... Опять они скрипят. Что такое-то? Что-то я нашел. На улице уже не день, на улице уже вечер. Ой, утро. Я просто думаю, что я сейчас встречу какого-нибудь страшного зверя, и он мне надерет жопу. Вот что я думаю. Можно здесь по-быстренькому как-нибудь собрать построечку и сохраниться?
7 палок, 7 дров. 7 дров это долго. Во. Листики все есть. Тихо, не дури. Так, палки собираем. Кто там на меня? Никого там на меня. Две палки нам осталось собрать, и мы можем сохраниться. Да, все, вот они. Чего? Деревья, блин, шевелятся сами там по себе. Сохраняемся. Сохраняемся вот сюда. Подтверждаем. И, в принципе, на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, в новых сериях. Всем пока!